Доброе утро, друзья! Совсем скоро, завтра, начнется курс «Зазеркалье. Вход в иные миры». Курс необычайно интересный. Он будет проводиться во второй раз, но программа у него больше, чем на 50% поменена. Мы просто углубились за это время, и мы не можем вот эту часть, которую мы углубили, не выдать. О чем пойдет речь на этом курсе? Ну, во-первых, что такое «Зазеркалье»? Переход в зону подсознания. Это переход за ту часть психики человека, которую мы не воспринимаем сразу, которую мы считаем иллюзорной, фантазийной. На самом деле именно она транслирует картины в нашу реальность. И переход идет через чистое сознание, поэтому зачастую этот переход становится невозможным для многих людей. И эта грань, и этот переход возможно проделать разными способами. У нас есть наработки, как это все делается. Мы познакомимся с черной и белой смертью. Мы познакомимся, как формируются миры в подсознании, переотражение. Мы найдем моменты, как собирается человек из предыдущих воплощений целостным. Вот я говорю эти вещи, я понимаю, они звучат вообще сумасшедшими. Но еще более сумасшедшими звучат следующие темы, которые будут озвучены впервые. Впервые мы будем говорить о дежавю. Впервые мы будем говорить, как собирать себя целостным из дежавю. Впервые мы будем говорить о переходах между параллелями и что такое параллели, как они возникают и зачем они нужны. Впервые мы перейдем к геометрии в том ракурсе, чтобы собрать себя целостным и центрировать свои структуры таким образом, чтобы прийти в баланс и в гармонию, чтобы выстроились структуры психики так, чтобы человек мог абсолютно гармонично вписываться в любую информацию, брать любую информацию. И это не только про чувствование. С одной стороны, информацию ты чувствуешь, да? С другой стороны, ты ее знаешь. Вот это переход к знанию, к моменту, когда внутри у человека открывается просто знание, он просто знает, что это так есть. Вот эти все моменты у нас идут в подсознании. Вот с этой огромной, огромной территорией нашей психики мы будем знакомиться. И курс «Зазеркалье. Переход в иные миры», он на самом деле переходный курс. Тем, кому получается пройти, отработать, и у кого действительно результаты по алгоритмам, которые тоже будут даваться на этом курсе, есть практические результаты в дальнейшем при работе с людьми, у них открывается огромное поле для деятельности. Это действительно переход уже к более профессиональной работе в инфодайвинге. Это значит, вы можете уже пользоваться этими инструментами на результат для того, чтобы помочь кому-то быть счастливым, здоровым, успешным и так далее. То есть это достаточно такой знаковый курс в инфодайвинге, потому что он знаменует собой переход между надсознанием и подсознанием, и возможность углубиться и перейти на ту территорию, которая закрыта для очень многих экстрасенсов, целителей, магов, которые сидят на рептильной магии и так далее. Вот это все целительство, рептильная магия, это все надсознание, надсознание. А это другая глубина, это переход за черту. Если вам это интересно, вы можете подключиться к нашему курсу, который стартует завтра в 19 часов. Программа невероятно интересная, увлекательная, глубинная. И одно дело – теоретические знания, другое дело – это состояние. Наша задача, чтобы вы прожили именно те состояния, когда для вас все открыто. Это состояние сознания. Это состояние, которое отражается и связано с вашим физическим телом. Это практические погружения. До встречи, друзья!